Hello, друзья, с вами Стив Про, и сегодня я покажу вам интересную текстуру пак для Minecraft Pocket Edition. И сразу хочу сказать, что перед началом этого видеоролика я рекомендую отключить видео всем графикодрочерам, беременным и сильно больным людям, друзья. А те, кто остались, мы начинаем данное видео. Ну что ж, вы готовы? Ну, я, конечно, готов. И теперь давайте обратим внимание на наши блоки. Они стали просто ужасные пикселями, друзья. Этот пиксель равен одному пикселю. Я не знаю, что можно сказать. Ужасный текстурпак. Но я скажу, что это мой порт, друзья. Это порт с ПК-версии Майнкрафта. Но остается баг с травой, который, к сожалению, я никак не могу исправить, потому что это баг в самом Майнкрафте Pocket Edition. Но выглядит довольно эпически. И, к сожалению, есть некоторые баги также с блоками. То есть с блоками, с изображением блоков в инвентаре. А, друзья, не обращайте внимания на листву, так и должно быть. Блок изумруда. Да, как видите. Теперь давайте посмотрим заборчик. Вот такой гладкий заборчик. И сразу скажу, что FPS у вас прибавится. Этот текстурпак подойдет для очень слабых устройств. И вот так у нас выглядит наковальня. Полностью склажная наковальня. Никакой текстуры. Просто один пиксель, друзья. Это жесть. Это просто жесть. Но это про такие баги я говорил, и я могу исправить это во второй версии. Если хотите вторую версию текстурпака, то пишите комментарии, после чего я поработаю над ней и выпущу обязательно вторую версию текстурпака, в которой, как я сказал, я исправлю, постараюсь исправить все баги, друзья. Но это просто классный текстурпак. Он очень удивительный. И, друзья, даже руты выглядят хардкорными, то есть выживание станет каким-то более хардкорным, не таким, каким он был раньше. Друзья, я не знаю, что я сказал, не хард... Короче, хардкорным, или как-то так, я все время путаю это название, но мы остались тем же, друзья, коровка. Ну ладно. Но, по идее, здесь очень много чего поменялось, и все это можете посмотреть, скачав текстурпак. Также здесь баг на кровать. И говорю, я все это смогу исправить. Только за, друзья, определенные лайки, а также за комментарии. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.